Донецк и Луганск идет разгрузка очередных партий гуманитарной помощи из России. Ее доставили более 100 грузовиков МЧС. Спасатели привезли продукты, консервы, крупы, а также медикаменты. Всего свыше 1000 тонн. Автомобили выдвинулись из Донского спасательного центра в Ростовской области рано утром. Затем прошли досмотр на пунктах пропуска Донецка и Матвеев-Курган в присутствии украинских таможенников. И уже сегодня колонна должна вернуться в Россию.